Здравствуйте, меня зовут Владимир, и это обзор от специалистов лаборатории ИОН. Планшет. Планшет, как не пройдешь, обязательно услышишь это слово. Они сейчас разных размеров, разных фирм, разных дизайнов. И, естественно, отличаются характеристиками. Сегодня расскажу о планшете, который приятно удивляет ценой и характеристиками. Притом от ведущей фирмы. Asus MemoPad Smart. Диагональ дисплея 10 дюймов, разрешение 1280 на 800. А на левой грани устройства расположен слот для карты памяти microSD, разъем microHDMI и разъем для microUSB. Сверху кнопка включения-выключения. На правой грани разъем для наушников и кнопки громкости. Задняя часть выполнена из матового пластика и сзади также расположены динамики. А вверху 5-мегапиксельная камера. IPS-дисплей защищен устойчивым к царапинам стеклом и обладает широким углом обзора до 170 градусов. Ко всему прочему, установлен 4-ядерный процессор NVIDIA Tegra 3 с частотой 1,2 ГГц. Также в нем 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Также не забываем, в нем есть слот microSD и 5 ГБ виртуального пространства на Asus Web Storage Space. Само собой, в нем есть Wi-Fi, Bluetooth, также есть датчик освещенности, акселерометр, электронный компас и есть GPS. Литий-полимерный аккумулятор обеспечит автономную работу до 8,5 часов, а вес устройства всего лишь 580 грамм. Видим экран разблокировки. Вы можете сразу же запустить фото, просто разблокировать или зайти в интернет на Google. Посмотрим его в режиме фото. Аппаратом пользуется достаточно легко и фокусируется он быстро, при этом картинка достаточно четкая. В устройстве установлен Android версии 4.1. Из интересных приложений, помимо стандартных, в нем установлен Asus SuperNote Lite. Это приложение позволит читать документы, а также набирать текст для заметок. Набирать вы можете просто через клавиатуру, либо рукописный ввод. Приложение App Locker позволит поставить пароль на абсолютно любое ваше приложение. А программа App Backup позволит сделать его резервную копию. Также одна из немаловажных особенностей – это приложение «Родительский замок». Позволит защитить ваших детей от любого плохого контента. В комплектацию планшета входит зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон. Asus MemoPad – великолепный 10-дюймовый планшет с отличными характеристиками. Дополнительно к нему можно приобрести чехол Folio Key, который крепится к нему с помощью магнитных креплений и, естественно, в нем есть клавиатура. Обязательно приходите в наши магазины, мы легко настроим вашу цифровую технику и заказывайте всегда на нашем интернет-сайте, ведь доставка там работает даже ночью. С вами была Лаборатория ИОН, до новых встреч в наших магазинах.